Альбуваться. Купаться. Она помахала ручкой, лапкой. А мы будем ждать, да? Как у вас день прошел? Как тебе твой учитель новый? Нормально? Я все мои подарила. Ксюша всех пэтов подарила Маргарите. Все это уже твои, представляете? Маргарите, они маленькие. Какие? Опять забыли собаку на улицу. Вот хозяйка, а. Собаку на улице забыла. Забор. Забор. Как Милена. Почему Боньку? Можно на чуть-чуть? В школу пора. Опа! Доброе утро. 7:00 утра. Бонь, что такое ты делаешь? Ты умываешься, что ли? Глазик чешется, что ли, у тебя? Что там с твоим глазиком? Ой, умывается, что она делает? Чего хрюкаешь? А? Буди давай, буди. Скажи, вставай в школу. Вот так, буди давай, буди. Девочки, девочки, сегодня такой день. Такой день, первый день в школе. Встаем, давай, быстро, быстро, быстро. У нас есть только 1 час, чтобы собраться. Эти светильники выключают, а только батарейки тебе не хватит. Все собрала? Да. Я думала, что так. Угу. Надеюсь. Хорошо. Альбуваться. Купаться! Кому купаться, кому обуваться. Может, лучше эти? Конверсы. Ну, это что-то не очень, по-моему, подходит. Почему? Так, в школе снимать мы не сможем. В школе снимать нельзя, поэтому... В школе снимать нельзя. Я не хочу идти в школу. Да ладно, ты уже почти в школе, что ты капризничаешь? Ой, вчера Ксюша не могла уснуть до часу ночи. Да, она не могла уснуть, она с Бонькой играла. Она... Я сразу заснула, а потом я проснулась уже в час ночи, потому что я думала, уже утро. Угу. Все, пойдем. Все, идемте, идемте. Дети мои, раз, два, три... Четвертый. Да все, оставь ее, это так она больше гавкает. Она помахала ручкой и лапкой. Мам, покажи, как он делал. Что? Все, пошли дети мои. А мы будем ждать, да? Угу. Так, мы вернулись домой. Нас всех отправили домой. И через час пойдем за Каролиной. Сегодня она учится только, получается, с 8:20. 2 часа, в общем, только. Вот. И в 10:00 пойдет Макс. Вот. И девчонки, как обычно, учатся. Вот. А Макс с Каролиной, они только по 2 часа. У Макса, по-моему, даже час только. А завтра уже будет, как обычно. Вернулись со школы. Каролина, разувайся. Ну, я не знаю, как Ксюше дали... Ой, Каролине дали домашнее задание уже какое-то. Говори папу, папа. Угу. Так, Каролине дали вот такую жилеточку. А раньше вообще не было. Да. Вот сейчас есть. Вот, первоклассники носят вот такие вот жилетки. На, померяй. И все. Как у вас день прошел? Как тебе твой учитель новый? Нормально? Максу такой цветочек подарили классный. Подсолнух. Всем деткам цветочки дарили, да. Максу такой подсолнух попался.
подсолнух. Так, я сижу, заканчиваю монтаж видео. То есть я уже загружаю видео на YouTube. Вот, так что скоро будет новый челлендж. Все, девчонки, убежали. Пока. Давайте, а что ты шорты переодела? Давайте, бери. Марго до 4, Ксюша до 3. Каролина с тобой придет. Она будет тебя ждать на улице, окей? Все. На улице? Ну да. Если на улице нет, значит она еще внутри. Все, давайте. Я ей скажу. Все, пока. Пока, мама. Дальше идем. Мама, сегодня такой есть, день. Мама. А? Вот это со... Надо рюкзак брать? Не знаю. Возьми. Если не надо, то заберу. В общем, сейчас я веду Каролину опять в школу. На час. И потом Ксюша ее. Не знаю. А, да, конечно. Ты должна надевать. Жилетку надевай свою. Туда-сюда сегодня ходим. Туда-сюда, туда-сюда, да, Каролин? Мы тут решили Каролину подождать. Часик. Покататься здесь. На площадке возле школы. Макс не хочет домой идти. Макс уже в песочнице играет. Хорошо, там все игрушки есть. Пришел, поиграл, да, закрыл потом сверху так. Мам, ну-ка. Никто не забирает. Так, все? Да. Куда пойдем? Уже осталось 15 минут. Там солнце такое. Жара. Невыносимая. Смотри. Все, я устала. Я хочу. Угу. Не надуришь ее. Бонни, иди ко мне, иди ко мне, иди ко мне, моя хорошая. Ой, что такое? Она так ругается. Ой-ой-ой. Это она так ругается на Ксюшу. Ругается, ругается. Ксюша хотела ее водичкой облить. Да? Привет. Нам жарко. Это тебе. Это тебе, говорит. Решила дыньку покушать. Но она невкусная. Нехороший сорт. Она такая водянистая и как трава. Вообще. Ты не будете? Ой, ну вилки захвати, мне руки. Ой, рук не было. Свободных. Она это... Водянистая, очень воды много. Знаешь, как арбуз кусаешь, и вода льется. Сколько у Маргариты петов? Я все мои петы дала. Ксюша всех петов подарила Маргарите. Потому что мы Ксюша... вместе играем. Ага. Она... Ты со своим аккаунтом не играешь? Да, играю. Она мне дает петы, потом я с ними играю. А зачем играю, ты подарила? Потом мы, этим... а, потом мы делаем ее. Какой ветерочек? Почему? Ну мы вместе играем, мы все петы у нее. Ага. У нее крыса и вот этот есть. Угу. Она может, смотри, сейчас будем считать, сколько она может мне взять. Это почти. Больше не сделать. И тут у нее это. У тебя все вкусное. Вам. Ой, я не заметила, что Макс здесь спит, оказывается. Я думала, где он? Даже не видела, что он на диване лежит. Мы сели ужинать. Вот такие вот макарошки. В принципе, вкусные. Понравились? Понравились. Что? Макарошки новые. Что, покупать такие? Да. У них необычный вкус, как не у обычных макарон. Какая-то мука другая, видимо. С салатиком. И буду острый соус. Мне нравится. Хоть я икаю на острое. Ладно, будем его кушать. Приятного аппетита. Я тут села перебирать обувь девчонок. Какие постирать, какие нет. В общем, вот эти хочу постирать. Зеленые немножечко, они тут загрязнились. Так, и в общем хочу сказать, что, ребят, смотрите, вот это вся обувь Ксюшина. Плюс еще вот это. Да. Я хочу еще. Постирать, может, эти? Они тебе как раз? Все это уже твои, представляете? Маргарите, они маленькие. Такие, мам. Такие? Такие? Да, ну просто другого таких, цвета. Такого размера, не знаю, есть, не есть. Это я покупала в Бершке, Маргарите, это новые. Потому что ей вся обувь маленькая, представьте себе. А мне тоже. Вот это вот ей маленькая. А, вот эти вот ей тоже маленькие. А мне тоже. Да, конечно.
Да, конечно. Ну-ка, померяй, посмотрим. Это Маргарита носила, Ксюша носит. Это Маргарита носила, Ксюша носит. Носи. Что ты в одно влезешь и ходишь? Так, вот это постирать. Так что тут даже эти не помещается. Не нравится? Нет. Ну, Ксюша с цветочками не будет носить. Ну, Каролине оставим. Ксюша у нас с цветочками не носит, вы же знаете. Так, так что вот. Это все уже обувь Ксюшина. И у Маргариты только две пары обуви. Вот. Я ей купила. Вот эти я ей купила. Это в Бершке. У них такая еще скидка хорошая была. Ну вот. В этом будут ходить. И конверсы у нее тоже. А это я даже не знаю, куда ставить, потому что на ней помещается. Не знаю. Вроде чистые, не надо стирать или постирать. Вот еще, вот эти, вот еще Маргарите маленькие. Это тоже Ксюше перешли. Ксюше повезло. Опять забыли собаку на улицу. Вот хозяйка, а. Собаку на улице забыла. Вонь, поругай ее, а. Поругай. Это что за хозяйка такая? Собаку на улице. Темно уже, страшно. Она собаку на улице оставила. Не боится. Да, конечно, не боится. Смотри, глаза какие выпучила. Сейчас тебе твоя хозяйка принесет еду. И ты будешь кушать. Да? У нее закончился сухой корм. Мне нужно купить сухой корм. Да? У нее есть паштетик. А у нас это в подвале есть запас мокрого корма. Консервы. Поэтому сейчас Маргарита сходит, и ей нужно ей купить, заказать пакетик опять. И уже тебе нужен не детский, а взрослый, потому что тебе уже больше годика. Мы до этого покупали всегда для щеночков. Теперь нужно другой корм купить. Постарше собачкам. Да? Ты же уже взрослый у нас. Пойдем, быстрее, смотри, как она идет. Давай, давай, вот так, вот так, вот так. На двух лапках скачет, смотри. Ау! Это бабушка видит, она думает, что это для нас. Чья там еда, чья еда, чья еда? Нельзя, нельзя. Можно? Ты моя хорошая. Что ты смешнее смеешься? Так смешно, как она кушает. Ты лучше свои зубы покажи, какие у тебя забор. Забор какой. Как Милена. Смотри, она сейчас все съест. Все, ребят, всем спокойной ночи, пока. Она, наверное, еще хочет. Нет, все, ей одного этого хватит. Одной баночки, да. Все, спокойной ночи. Что нечестно? Почему, Боньки, можно ночью кушать, а мне нет? Иди давай. Боньки, а мне тоже нельзя ночью кушать, так нечестно. А как мне можно? Нет, все, спать. Все, спокойной ночи. Пока. Мама, у нее кота. И кота? Водичку попить надо. Переела она. Она от радости решила банку съесть. Все, пока. Спокойной ночи.